Всем привет! Сегодня у нас какое число, Тим? 8-е, по-моему. Переселил я молодежь, остатки молодежи в вольер. Ой. Сейчас покажу. Вот оно. Здесь 25 попугайчиков. У них еще, ну, переехали вчера ночью. У них стресс. Здесь 26, одна взрослая самка. И там штук, я не знаю, сколько там пар. Ну, там остались чисто эти взрослые, которые размножаются. Они еще, у них еще стресс. Ладно, сюда зайдем, он кашу дал. Здесь и канарейки. Вон он. Канарейки, щегол. Короче, все вместе. Попугаи живут, ну так, как сказать, недолго. Попугаи живут не этот. Они не будут трогать, если как территория позволяет. Если, конечно, когда тесно, они бошки поотрывают. Я как-то отсылал попугаев самодинами. Ну, где-то часов 8 они ехали в дороге в одной коробке. Попугаи по мадинам лапы пооткусывали, крыло там откусили. Ну, короче, этот, чуть не прикончили. Ну, покалечили амадин. Это из-за того, что в коробке места мало, стресс. Дрались, видимо. Короче, что, продал. Так, вчера еще. В общей сложности где-то с мая месяца, с конца мая месяца я уже продал. Вчера считал, что-то 38 попугаев, что ли. 38 попугаев волнистых. Примерно 900 рублей один попугай. Ну, еще и амадины, и канарейки. Сейчас вот на эту птицу я строю дом. Вот они меня выручают. Сейчас так, еще должны приехать забрать. Здесь у меня уже есть, так, 8, по-моему, 8, да, по-моему, 8 самцов я уже привез другой крови. Ну вот, соответственно, 8 самок еще оставить надо. Самочек здесь много. Так что жарко, по ночам идет дождик. Сейчас вот солнце сюда подошло, ну вот видите. Вот только солнце где 40, да? Ну, солнце вот 40. Только солнце подошло. Ну так, сейчас уже вечерок. Часов 7. О, ну красавцы. Часов 7 уже как бы прохладно. А ночью по ночам в основном идет дождик. Утром встаешь хорошо, прохладно. Но в обед зато начинается жара и духота. Вот они, попугайчики. Так что спрашивали как-то, столько времени занимает это, ну, за ними уход. Вот поверьте, когда любимым делом занимаешься, вообще время как-то не замечаешь. Это когда на нелюбимым делом занимаетесь, считайте секунды, когда, ну, на работе, например, когда домой, 5 часов, быстро домой. А когда это свое любимое дело, можно сутками с ними проводить. И что может быть прекраснее, когда ты зарабатываешь деньги на любимом деле? Да ничего. Вот они. Ладно, пойдемте. Сейчас покажу стройку. Щегол. Кеннер. Кеннер один остался. Ладно, разведем. Вот яйца замочил. Грязные были. Сегодня, видите, ведро перловки. Сейчас попугаям тоже надо дать. Так, ну, утки, а как они зашли? Наверное, сын загнал. Утки пришли с водоема. Вот этих я буду всех резать скоро. Это старые. Вон двое головых фаворитов молодые. Ну и муксус сейчас вырастет. А эти пойдут на мясо. Никогда не было такого, чтоб селезень бил утят. Но вот этот, вот и селезень, он бьет. Никогда такого. Сколько лет уже, очень давно держу уток. Закидываешь к ним. Они боятся с первого новеньких. Потом привыкают. А вот этот селезень, он прям долбит этих утят. Вон они двое сидят. Они, видите, даже отдельно держатся, не подходят. Но они уже крупные, их резать даже можно. 2 месяца. Так, ну вот они наши орлы. Орлы. Они уже здоровые. Они прям как шарики. Я на руки беру, вот знаете, вот такой этот шар, мягкое-мягкое тело,
Ну, индоутики, вот они тоже, вот посмотрите, индоутята. Нехило тоже уже выросли. Скоро они тоже пойдут уже купаться в ручей. Времени нету сейчас, надо все равно за ними в первое время смотреть. У нас вот клубника. Спеет клубника, сейчас едим клубнику. Ведь вот кукуруза тоже попугаем. У кого есть кукуруза уже молочная, мы-то в Сибири живем, у нас она поздновато, но скоро уже будет. А у кого есть молочная кукуруза, уже давайте попугаем. Очень полезная вещь. Ну вот, дом будущий мой строю. Вот такие стены получаются. Стены офигительные получаются, очень плотные. Опилкобетон заливаю. Вот здесь. В принципе, вот с Эльмирой вдвоем, в два человека, вот здесь где-то, вот он угол, видите, вот опаловка, где-то за день спокойно можно залить вдвоем. Даже не за день, ну если в 8 начать утра, ну, в 5 можно закончить. Здесь примерно 4 куба уходит вот этого раствора. Вот этому раствору один день, он уже как все, уже как железобетон. Очень крепкий получается. Вот и опилки. Сейчас. Ну вот, и видите. Сейчас вот здесь будет стык. Сейчас буду все это разбирать. Разберу, чтобы края подсохли. И будем. Пойду штукатурить попугайчик. И потом, не знаю, завтра, наверное, вот здесь надо будет ставить опалку вот сюда. Пока у нас в Сибири где-то до. Ну, я думаю, до середины октября я еще его смогу заливать, пока не будет морозов. Как ударят морозы, там уже. Вот опилки мелкие. Их тоже добавляю. Здесь у нас щепа. И щепу. Два ведра мелких опилок и 4-5 ведер щепы. Ну, это я говорю, где-то 7-6 ведер опилок, 2 ведра песка. Вот он песок и ведро цемента, еще и звездка. Песок сейчас будем штукатурить. Сейчас у нас отключает свет, блин, днем, вот она охрана. Днем у нас не поработаешь, потому что без бетономешалки я пробовал как-то месить. Это, ну, не получится такого раствора, поверьте, вручную, как делает бетономешалка. Как хоть целый час меси, я не знаю почему, ну не размешивается так. Я его и так мешал вручную, пробовал. Как бетономешалка мешает, так вручную не заметишь мне. Или надо месить очень долго. Ну и все, в принципе, что. А, вот на вот эти 4 куба у меня уходит, вот один, где опаловка собрана, 4 куба, 6 мешков где-то цемента уходит. Вот такого. Вот ведро цемента осталось еще. Ну, это наша теплица. Помидоров у нас в этом году. Все что-то жалуются, помидоров мало. У нас в этом году помидоров навалом. Правда, они все еще зеленые. Но помидоров очень много. Вон. Гроздями висят. Все усыпано. Скоро уже начнут поспевать. В этом году урожай более-менее. Вот они огурцы уже салатные. Вот такие. Вот. Ну, а помидоры. Вот уже белеет. Скоро будем кушать помидоры свои. А вон черри. Так что вот такие дела. Строим. Строим попугая. Видели попугая? А, еще да, про попугая хотел сказать. Идемте, я, по-моему, не сказал, не помню. У меня четырех, почему я их переселил, я-то не думал их переселять. У меня вот эта самка одна, где-то, если она апрельская, ну где-то трехмесячная снесла 2 яйца. Сейчас она сидит там на этих яйцах. Посмотрим, что будет. Я уже самец старый, который сдохла, самка одна белая. Он с самкой молодой споровался. Я и смотрю, она отложила яйца. Я вчера у меня забирали 11 попугаев. Вчера я продал. Начал гнезда потом проверять. Смотрю, в одном гнезде сидит молодая самка на яйцах. Одного забрали птенца
двухнедельного где-то, маленького такого. Ну, его выкармливать будет вручную. Попросили, чтобы еще даже пол не был известен. Ну, примерно самца дал. Гарантии не дал, что это будет самец. Так что самка сидит, потом покажу, что будет. Карелла у меня опять. Птенцы все вылетели, 5 штук. Уже вчера было 3 яйца. Уже, наверное, сегодня 4 снесла. Так что ладно. Спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся.